1185 году князь Игорь Новгород-Сибирский сразился на реке Каяла с половецким ханом Кончаком и потерпел поражение. Не он первый, не он последний. И вряд ли бы мы уделяли сейчас этому событию такое значение, если бы оно не легло в основу сюжета самого известного литературного памятника Древней Руси «Слово о полку Игореве», написанного Вещим Баяном. А с памятниками, как известно, дела обстоят примерно одинаково. Чем они древнее, тем загадочнее. В самом произведении примерно 8000 слов, а количество научных работ по его толкованию приближается к 20 тысячам. И несмотря на это, доподлинно так и неизвестно, где же находилась эта самая река Каяла, и существовала ли она вообще, или это всего лишь поэтическая метафора. Реконструкторы – народ простой, но увлеченный. Пока историки ломают головы и спорят до хрипоты об истинном месте событий, в хуторе Погорелов, что на реке Калитва, уже 18 лет проходит историческая реконструкция тех событий – международные каяльские чтения. Чтение является визитной карточкой социально-этнического центра Игорева поля, да и всего Белокалитвинского района. В мероприятии задействовали оба берега реки. На левом берегу располагается сцена, выполненная в форме древней ладьи. Выставки продажи изделий народного творчества, стилизованные фотозоны. Через реку Калитва на живописном броде перекинут мосток и шпал, а сквозь каменные завалы под ним с ревом горной реки кипят буруны тихой степной речки. Очень живописная местность с лесистым берегом. На нем размещена реконструкторская площадка. Военно-исторические клубы приехали за несколько дней, разбили палаточный лагерь на берегу реки и живут в условиях, максимально приближенных к быту тех времен. Они проводят различные состязания лучников, бои на мечах, мастер-классы по изготовлению кольчуги, ковки, метанию топоров и ножей.
Вверх по деревянной лестнице можно подняться на вершину Караул-горы, чтобы насладиться панорамой окрестностей. На вершине установлена памятная базальтовая глыба в форме креста с надписью «Воинам Игоревой рати, храбрым русичам, 1185 год». Виктория Диденко, Евгений Голосюк, специально для канала «Вселенная Beautiful World».